Дан старт конкурсу «Воспитатель года Мурманской области 2018». На торжественной церемонии открытия собрались начинающие и уже опытные педагоги дошкольного образования со всего региона. Им предстоит пройти несколько творческих испытаний, в которых специалисты продемонстрируют свое мастерство в работе с маленькими воспитанниками. У каждого педагога свои приемы и хитрости при общении с малышами, но всех их объединяет искренняя любовь к детям и умение через игру рассказать об окружающем мире серьезные вещи. Дошкольное детство находится в зоне самого пристального внимания. Все начинается с детства, и поэтому здесь сегодня нужен поиск новых педагогических подходов, методических находок. И наши дошкольники с этим успешно справляются, потому что мы по праву можем гордиться своей системой дошкольного образования в регионе.